школы. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех гостей нашего города и района на творческом весеннем празднике, который собрал всех вместе – детей и родителей, родителей и учителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Весь район объединился в большую дружную семью. Да здравствует Радуга 2024! С самого раннего детства я помню русские народные песни, которые мама пела мне перед сном. Народные песни сопровождали все праздники, события, обряды и личные переживания. Настолько песня хороша, прозрачно-родниковая, что хочет хмурая душа, чтоб летела снова. Настолько песня хороша, добра, смела, сурова, что хочет эту песнь душа заполнить слово в слово. Thank you.
каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. А какими игрушками играли наши прабабушки и прадедушки? И вообще, была ли у них возможность играть, у тех, чьи детские годы выпали на страшное время Великой Отечественной войны? Наша Катя Котлярова познакомит вас с одной куклой, которая может нам рассказать о том страшном времени, о том кошмаре. О том кошмаре, который творился в годы войны. Эта игрушка неказистая, потрепанная, такая родная, связала поколение в едино. Ведь пока мы живы, мы помним. Прижавшая груди, девочка рыдала у дорожки. Я к ней поспешила подойти. Почему ты плачешь? Что с тобой? Кто тебя обидел? Расскажи. И столпившись шумную гурьбою, куклу показали малыши. Платье пожелтевшее с годами, волосы из шелковых чулок с нарисованными синими глазами, а из ножки вата серый клок. Кукла в вуалевой панаме, где-то сверху порванная нить. Отнеси ее скорее к маме, нужно кукле ножку починить. У Иришки Барби с магазина, но мне не нравится она. Куклами забита вся витрина, а Алена у меня одна. Продолжала девочка, рыдая: бабушка мне куклу отдала. Думаете, кукла не живая? Многое расскажет вам она. Видите, брошено колено, это в 41-м у села. Искорка попала от полена, немцы дом спалили нам дотла. Тут под платьем дырочка осталась, бабушка не шила, берегла. Ей она расстрел напоминала ранним утром на краю села. Ведь она тогда одна осталась, партизаны бабушку спасли. Только вот Алёнушке досталось от мучителей родной земли. Кукла эта тоже воевала, донесение в себе несла. Мне об этом мама рассказала, этого я видеть не могла. Платье кукле в первый день победы бабушка пошила из фаты, той, что на пожарище сгорела, от нее остались лоскутки. Ну а туфли из куска шинели, что солдат когда-то ей принес. Страшные холодные метели были той зимою и мороз. Долго всех скрывали партизаны, прадед в партизанах был тогда. Залечили бабушки все раны. Но явилась новая беда. Партизан схватили у деревни и пытать в гестапо повели. А потом, закрыв все окна, двери, заживо сарайчики сожгли. Баба очень рано посидела, а когда закончилась война, шила кукле платье, как умела. Перед вами кукла, вот она! Я молчала, как окаменела. У куклы необычные глаза. Рассказали, как война гремела. По щеке моей стекла слеза. Спохватившись, имя я спросила. И от ответа обомлела тут. Разве я тебе не говорила? Ведь меня Алёнушкой зовут.
Это событие, которое меняет не только ход истории, но и жизнь каждого человека. Это касается всех аспектов жизни общества, включая одежду и моду. Мода, как и любое другое искусство, не стоит на месте. Каждый год появляются новинки, новые дизайнеры и бренды. Рынок предлагает многочисленные изделия, от которых просто разбегаются глаза. Итак, уважаемые взрослые и дети, любители высокой моды, мы рады познакомить вас с коллекцией люксового дома моды «Татьяна», штаб-квартира которого расположена в деревне Оставковичи. О нас пока еще не пишут в глянцевых журналах, но интерес к нашим брендам особенно проявляют любители романтики, женственности и элегантности. Хотим представить вам модели от кутюр, сделанные из пластиковой посуды, полиэтиленовых мусорных пакетов и защитных конструкций для окон под названием «Жалюзи». Каждое изделие существует в единственном экземпляре, полностью сделано при помощи ручного труда и сшито по индивидуальным меркам заказчика. Итак, представляем вашему вниманию первую мини-модель. Юбка выполнена из пластиковых стаканчиков белого цвета и вставок красных цветов. Не случайно нами выбран данный цвет. Белая юбка – это оригинальная деталь гардероба. В сочетании с ярким верхом белый низ превращается в хулиганский элемент внешнего вида. Мини-модель номер 2. Этот красочный ансамбль выполнен из пластиковых тарелок и целлофановых мусорных мешков. Наряд удобен и практичен. Чтобы его очистить, достаточно прогуляться под летним дождем. Не нужно его стирать вредными порошками и тратить электричество для глажки. Первый по значимости тон нового сезона 2024 – это белый. Дизайнеры внедряют этот оттенок как в теплые, так и в холодные комбинации. Они выглядят ярко, модно и дорого. Следующие две элегантные модели – это летний костюм и платье, выполненные из жалюзи, которые когда-то украшали окна дома модели. Перед вами юбка мини, детали которого гармонично сочетаются с верхней частью модели топа. В этом наряде вы будете по достоинству оценены на любой праздничной вечеринке. Платье с удлиненной юбочной частью, вычурные детали которой перекликаются с головным убором. Удивительная вещь гардероба юбка есть у каждой модницы. Мода не постоянна. Через каждые 10-15 лет она меняет тенденции, но в любое время юбка будет интересным элементом костюма каждой успешной девушки. Да, трудно с вами, с девчонками. Вам лишь бы наряжаться, красоваться. Лучше бы главным занимались. А что в жизни главное? Самое главное в этой жизни – это семья, близкие и родные люди. Конечно, Роман, ты прав. Даже самый хмурый день становится чудесным, если рядом мама и папа. Если рядом дедушка и бабушка, брат и сестра. А впрочем, мы сейчас подробно узнаем об этом от одной самой счастливой малышки. Встречайте, Лика Ротиани. Thank you.
опустился. А, кажется, я догадываюсь. Наш роман жить не может без фортепиано. Вы не представляете, каждую перемену своей игрой на инструменте он собирает всю школу вокруг себя. Он-то уж знает, как привлечь к себе внимание. Ой, кажется, вот и он. Когда во всем мире ведется информационная война, повсюду вранье и лицемерие, у любого здравомыслящего человека возникает потребность в поиске правды и справедливости. Отсюда возникает интерес к своим корням и традиционной культуре. Русское хореографическое искусство известно и высоко ценится во всем мире. Чертой русского танца является духовная красота и сила, тонкий лиризм и целомудренность, высокое благородство и искрометная энергия. И следующий танцевальный номер тому подтверждение. Сок берёза, выглотал.
меня моя семья. Конечно, счастье и уют домашний, семь правил обязательных храня, лишь только семь, но очень-очень важных. Во-первых, это главное — любовь. Всем сердцем и душою всей, и разумом. Не просто, чтоб бурлила страстью кровь, а трепетно и каждый день по-разному. Второе — дети. Что за дом без них? Пустыня без колодца, не напиться. А дети — это жизнь, это родник. И продолжение рода пусть струится. Потом забота, лишь она, очаг семейный, сбережет от ветра. Старайся, чтоб с улыбкою весна была всегда с тобою, а не где-то. Четвертое — терпение. Оно поможет пережить невзгоды, беды и отогреет солнышком окно, что инеем заледенело белым. А пятое — ответственность и дом. В фундаменте семейном веский камень. Они помогут защитить любовь, от ветра уберечь душевный пламень. Шестое — уважение. Только с ним приобретешь успех, признание общее. Всегда, считаясь с мнением других, научишь, чтоб с твоим считались собственным. И, наконец, седьмое — чистота. Везде, в дому, в душе твоей и в помыслах. Вот так я представляю свой очаг, где я любим и счастлив, где я полностью. Дорогие друзья, будьте все счастливы в нашей огромной, великой, стойкой и непобедимой семье, родине. Кто-то находит тысячи причин, чтобы не любить Россию. Кто-то заставляет себя и других уважать ее за что-то. А мы любим ее просто так. Любим такой, какая она есть на самом деле. Россия — моя великая родина, моя семья.